Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Stacrus, который находится у нас на предстарте и стартует 7 мая по кнопке. Сегодня я хочу показать, как пополнять баланс. Вчера вечером было открыто пополнение уже. Значит, пополнять баланс. Нажимаем вот на эту картиночку. Нас перебрасывают на платежные как бы системы, да? Здесь баланс, ожидание старта, очередь и как бы... И нам присваивается номер сразу. Вот. Наш будет номер. У вас будет свой номер, у каждого как бы, да? Значит, нажимаем оплата. Я буду пополнять спайра на 2 доллара. Значит, здесь по криптовалюте, кто захочет пополнить, прочитайте. Нажимаю «Оплатить». Так, перебрасывать на платежную систему. Выберите платежную систему. Так, немножечко мне по-другому, я на Payeer. Так, далее «Продолжить». Перебрасывать на платежную систему Payeer. И далее «По схеме». И у меня на балансе стало 2 доллара. Так. Ну что. Так, баланс я пополнена. Так. И сюда нажимаем баланс. Вот. Все. Здесь у нас как бы статистика идет. Вот я пополнила пополнение баланса. Так. Вернуться в личный кабинет. Значит, что еще хочу сказать. Под самого себя можно делать мультиаккаунты, регистрироваться самому себе. Сколько угодно. Но смотрите по своим финансам. Можно также почту, номер кошелька прописывать. Только нужно делать как бы другой логин. Например, я вот Елена, у меня логин. Там Елена 1, Елена 2, Елена 10. Ну, в общем, логин только менять. А так вот эти все как бы данные можно те же. И опять же, смотрите по своим финансам. Так, 1 доллара, если вы не будете как бы делать себе, как их называют, так, главное... роботов там всяких, вам хватит на один месяц. Так, участников очень много есть. Здесь вот группа ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, Скайп. Можно добавиться. Я вот сейчас в чате нахожусь, чат переполнен. Вот. Так что я свой Скайп оставлю под видео. Обращайтесь, как бы, в случае чего, если будет не добавиться. Буду пытаться вас добавить в скайп-чат. Вот. Ну, в принципе, я все такое рассказала основное. Здесь уже все почитаете сами. Здесь, значит, что у меня на видео есть. У меня вчера я скачала запись брифинга от 30 апреля. Желательно это все всем посмотреть. Там все рассказывается подробненько. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.